Юг Украины одобрил роспуск Верховной Рады. 82% жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей поддержали инициативу президента Владимира Зеленского досрочно прекратить полномочия парламента. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг». Негативно или скорее негативно относятся к роспуску Верховной Рады 12% опрошенных жителей южных областей. При этом доля граждан, одобряющих роспуск парламента на юге, оказалась выше, чем в других регионах Украины.